был, потому что мы сегодня открываем банановый бум. Вот такая вот игра у нас сегодня. Называется банановый бум. Да, настольная игра. Не урони бананы написано. Балансирующая обезьянка. Вот здесь с обратной стороны. Цель игры — разместить все свои бананы на пальме и на обезьяне. Попробуем, да? Выиграет тот, кто первым избавится от всех своих бананов. Открывай. Ой, что это за чудеса? Синяя обезьяна. Ух ты! Обезьяна. Она посинела? Холодная не ела. Да? Она высыпалась. Она явно не из Африки, да? Она с Северного полюса. Это занесло ее. Ой, это надо пальму еще собрать, да? Так, значит, нужно посадить обезьянку. Соберите пальму и закрепите на ее верхушке обезьянку. Да, забавно, чуть нам обезьяну-то синюю дали. Давай, я покажу эту обезьяну. Вот это чудовище синее. Ой-ой-ой. Эк-паук. Это обезьяна. Если кто не понял. Тут такая иголочка у обезьянки внизу есть. А здесь как блюдечко на пальме. И нужно этой иголочкой на блюдечко идти. Танцовщица обезьянка. Танцует на пальме. Ламбада! Ну давайте, раздавайте бананы, Коля. Ага. Так, у меня целых 5 бананов. А сколько? И у меня 5. И у тебя 5. 2, 3, 4, 5. Так, кидаем, ну, кубик. Кидаем. Я буду последним кидать. У меня 1. Теперь я кидаю. У меня 6. Мне 2. Так, ну что, кто первый? Папа. Папа начинает. Смотри, да? Папа показывает, как. Надо очень аккуратно. Ой, а как же ей положить, чтобы она не упала? Упала банан. Давай, твоя очередь теперь. А потом мамина. Да. А я повешу эти бананы. Ну, по одному, что ты один вешаешь. Так. Наконец-то моя очередь. Ну что, обезьянка, держи мой банан, а? Куда? Сейчас, мама, по-моему, ты мой 2. Сейчас, мама, ты мой 2 банана. Танцовщица, ты посмотри. Не нравятся эти бананы. Да, да. Зеленая, она явно не любит. Вот желтая любит, держит. Тихо, тихо, Кольч. Опа, 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 опа. Ням-ням. Не умеет. Я еще повешу на хвост. Только медленно. Ну вот и забирайте зеленый банан. Надо медленно, Колька. Танцовала обезьяна. Сейчас мама, по-моему, вымоет все бананы. Не, мама глянь, как умеет вешать их аккуратно. Я раздаю только банан. Подожди, сейчас же моя очередь. Бананетики. Тихо, Коль, медленно, медленно, медленно. Зачем ты все на один хвост? Хорошо, она теперь перемешана. Теперь, мне кажется, нереально сюда положить банан. Два банана. Сколько будет три банана на хвосте? Сколько будет три банана на хвосте? Yes. Эй, куда ты? Смеял очень. О, противовес папа сделал. Не хочу потерять банан. Ну, только медленно.
сейчас мама закончит. Тихо, мама. Вкус обезьян. Это у папы он последний банан. Yes. Папа уже не последний. Был последний банан. Так, Калюна. Тик-тик-тик. Осторожненько. Тю-тю-тю-тю-тик. Может, на спинку попробуем? Можно я тебе за рамку поймаю? Обезьянка. Хорошенькая. У мамы последний банан. Все. Сейчас мама думает, еще один банан. И будет это не последний. О, все, мама выиграла. А сейчас бананы на нее сверху посыпят. Зачем? Банановый дождь? У нас игра банановый бум. Посмотри, банановый дождь. Вот это счастье привалило. Сколько бананов на мою голову. Счастливая обезьяна, да? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.